Всем привет, дорогие друзья, с вами Катрин Мур и добро пожаловать в Sims 4. Вы спросите, где Sims 3? Но я вам говорю, что Sims 3 просто лагает, просто ужасно. И я нашла способ, что более попроще, это Sims 4. Давайте мы создадим похожего персонажа. Я думаю, что сейчас создам и вернусь к вам. Магия. Ну что же, я ее создала. Вот она такая красотка у нас получилась. Да, и у нас она будет бандитка. Да-да-да. Что-нибудь на букву А. Хотя А не прикольная имя. Фамилия. Дримс. Дрис. Дри... Что? Дримс. Нормально. Может, я такая вот, ха, иду к тебе, ха, такая вот, типа. Угу. Будешь ты у нас дурно. Корейская безумная. Самоуверенная. Прауд. Такая, типа, ага, да, я всех такая, ага. Ну что ж, погнали, красотка. Угу. А вот таки, да, в каком же городе будем жить, а? Их, конечно, не так уж и много, но... Давайте выберем... О, у меня тут кто-то играет, вау. И заместимся где-нибудь далеко от всех. Да. Подтвердить. Тем временем мы уже прилетели. Загала. Она уже тут у нас ходит слегка. Дорогая, пожалуйста, успокойся, иди к соседям прогуляйся. Будем куда-нибудь. Я хочу кому-нибудь приехать. Тут есть кто-нибудь? Ой, переехать кому-нибудь, поместить. Тьфу ты, блин. О, мужчина, стойте, куда вы побежали? Стоять. Позвать. Сюда подошел. А ну-ка, давай. Хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. Ко мне быстро, я пока что покопаю что-нибудь. Так не побежишь никуда, давай мы тебя дружески... Представимся. Приветики. Мы нашли бирюзу. Ты скучаешь? Ну давай, им тебе развлечем. Я не знаю как, но... Хоть как-нибудь. Я могу накричать на тебя, например. Прошу тебя по карьере. Предложу посмотреть на облака. Сплетничать. Узнать лучше. На бриллианты. Алмазный агент. Калор? О, прикольно это выглядит. А что у нас тут в телефоне, интересно, есть? Так. Запланируйте личные мероприятия. Фотографируйте с сыном. Чувак, стой, я хочу с тобой сфоткаться. Стой. Селфи. О, сколько людей. Куда это пропало? Стоять. Дорогой, подожди, давай сделаем... Нет. Дорогой, я умею готовить борщ. Борщ? Ну тогда ладно. Такой взял и развернулся. А селфи пошел. Ты же не против там селфи, да? Настраиваем. Щелк. Готово. Чувак, не скучай. Давай. Нет. Чем-нибудь хорошим, давай. Давайте мы же все-таки куда-нибудь отправимся. Накатить слугу, найти работу. Отправиться. Вот. Без тебя, к сожалению. Итак, куда же мы сегодня отправимся? Вау, что это такое? Год. Я хочу Готэм. Давайте Готэм пойдем. Офелия Вилла. Год. Да? Здоров. Пустите меня. Ой. То есть не надо ничего. Никого ничего, да? Я могу что-нибудь сделать? Такое нибудь криминальное. Идти сюда могу. Нет, я не хочу идти сюда. Хотя давайте подойдем. Сжжем, чтобы у них ковер сжегся. Ха-ха. Тоже что-нибудь такое вот плохое сделать. Возможно, что-нибудь плохое сделать. Я спать хочу. Дайте мне поспать. Вы не против же, что я посплю у вас там на втором этаже? Ведь так. У меня, знаете, всего лишь 5 минут, и я уже тут прихожу к вам домой и сплю. Не против же, да? Ой. Магии не знаю какой, но он переоделся. Ладно, до свидания. Я вас отпусплю. Вы же не против же, да? Походу, не против. A few moments later. Она поспала, но она еще хочет спать.
Надо тебя устроить кем-нибудь криминальным таким, давай. Ты не против, да? Ой, как будто оказалось. Слушай, какого хрена? Итак, список доступных работ. Спортсмен, данный агент, преступник. Естественно, преступница. Бла-бла-бла-бла-бла-бла. Да. Они теперь гангстерша. А ее место работы коммунальные домохозяйки. Начала работать среда, и на основном. Пакости. Надо напакостить. Что же сделать? Получить? Что? Давайте посмотрим, что такое получить. Получил. Что? Вот это поворот! Что? Что? Вы просто видели меня сейчас лицо? Я не понимаю, что происходит. О, мальчик идет, господи. Сваливаем. Походу, она эту кровать украла. Грязевую ванну. А чё бы и нет. Давайте грязевую ванну примем. Нормально такое удовольствие. Ванне уготов лежать в грязевой ванне. Вообще нормально. А мне интересно, зачем мне такой высокий полотенце повесили? Как я дотянусь? Тут же ванна всё-таки не душ. Где мальчик выгонит? По-моему, его родители не дома, а он всего лишь один. Он у нас один не выгонит. Давайте где-нибудь на лакшери какой-нибудь кроватки по спине, наверное, это розовый. Получить. Да, опять получить. Вы чуваетесь. Уверена. В чем ты уверена? В том, что ты хорошо поспишь? Ну, давай. Вах, еще и в полотенце разгуливает. Нормально вообще пришла в гости. Day two. Да, хватит спать. Да, все-таки делом займись. Иди еще их не холодильник играть, что ли. Так. О! Ой, мамаша пришла с работы. О, йогурт. Так, никуда не иди, я тебе сейчас йогурт сюда принесу, ты его просто съешь, окей? Так, договоримся. Куда пошла дура? Стой! Стой, она сейчас мой йогурт схватит. Стой, нет! Нет, стой! Не трогай мой йогурт! Слушай! Ну-ка быстро пошла разбираться с ней. Ну-ка быстро иди сюда. Не смей. Нет. Что? Ярба! Правильно. И верни мне мой йогурт. Вообще наглевшая мразь. Ладно. Все-таки мы идем и ограбим ее сраный холодильник. Мы возьмем что-то покруче. Мы возьмем кофе. Мы возьмем кофе. Да. Слушай, зачем ты оставил этот сраный хлеб у меня тут вот прям? Ты вообще много делаешь, женщина? Тех, кто-нибудь учил манерам? Сейчас она новый возьмет, да? Нет, она просто передумала готовить и взяла такая, ну пойду овсянку пожру, что там такого вообще, ха-ха-ха. Она сейчас отписывается. Смешно тебе? Тебе смешно? Я тебе сейчас такое смешно дам. Слушай, она все-таки сожрала мой сраный йогурт. Ненавижу тебя, ненавижу, ненавижу. За это я использую ваш туалет. Пописать как настоящий чемпион. Ну ладно, мне уже нечему удивляться. Топ, я только что заметила фотографию. Короче, это, короче, вам будет память за то, что я использовала тут ваши полотенца и ванну. Я воняю, я снова воняю. Мне нужно принять пенную ванну с наполнителем. Струсовая ванна с молоком, медом, все на хлопья. Конечно же, вот это. Заодно пожру. Короче, кушать хочу. Ударила такая себе по лицу, вообще нормально. А, это маска, оказывается. Ну где хлопья обещанные? Что за обман? Так не годится. Что? О, это так смешно, господи. Я все еще поражаюсь Симсом. В общем-то, ребятуши, давайте мы на этом моменте и закончим. С видом на эту прекрасную фотографию. Я заканчиваю первую серию. Пишите свои, кстати, ачивки. Да-да, типа там, не знаю. Грабить соседей, построить какой-нибудь дом. Ну, дом мы по-любому будем строить, потому что у нас вообще ничего нет. Мы пришли тут, начали расслабляться в квартире у соседей, которую мы знаем всего лишь 5 минут. Всем спасибо за просмотр. Если ты впервые, подписывайся, ставь лайк. И всем удачи, всем пока.